Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга, это веселое трио Шепард. Это Mass Effect 3. Кто бы знал, что мы будем лазить в Нормандии по вот этим вот ходам, сражаться с собственным клоном. Я бы, может, и не взяла сюда Крогана. Я очень надеюсь, что Рекс не застрянет тут. Как мы медленно ползем. Но как-то надо вернуть Нормандию. А что делать? Ой, Рекс, это ты? Всегда хотел это сделать. Ты всегда хотел устроить бойню на моем корабле. И сегодня даже не мой день рождения. Как они тут щиты поставили. Так, Рекс, там перед тобой невидимка. Не, ну как... Сузи, это настоящий Шепард. Мне нужно, чтобы ты заблокировал Нормандию. Сможешь, Сузи? Ты слышишь? Думаю, у нее проблема. Идем в грузовой отсек. А Кортес-то где? Блин, ну сейчас тут все расшарашим. Разнесем это самое. Блин. О, тут же столько оборудования. Кто там орет? За вопли. Это моя голова! Это кричит моя голова! Слышите? Блин! Ну, кто-нибудь хочет поговорить об истории своего народа? Нет. Я единственный, кто скучает по нашим разговорам в лифтах цитадели? Да? Я разочарован. Да-да-да, это в первом массе разговора в лифте. Это было. Так. Так. Здравствуй, Шепард. Well, ну, какая... Creepy. Жуть. That's creepy. Может, пристанешь дырявить мой корабль? Это не твой корабль. Я взял твой ранг спектра и даже отпечатки пальцев. Он будет мой. Мальчики не поделили игрушку. И оставил меня умирать. Ничего не вышло. Думаешь, с фальшивыми отпечатками пальцев ты обдурил бы совет? Или Хакета? Что теперь с этим грандиозным планом? О-о. Ага. Отряд Тесак, сюда. Победить клона? Весело. Так, что мы будем делать? Гарус. Кто меня там так палит? Что это? Аптечки. Я одна бегаю где-то там, где... Ой. Где не надо быть. Что это?
Я капитан Шепард. А! Шепард, да блин, да что ж ты делаешь-то? Что-то не то. Где он? Пошли, Брукс, что ли, замочим? Подожди, подожди, подожди. У меня тоже кое-что есть на тебя. Офигеть. Ах, у него аптечки. У него аптечки, собака. О-о. Какой черт? По морде, по морде, по морде. Так. А это кто? А это наши. То есть, то есть, то есть. Подожди, Джокер летит впереди Нормандии. Что там происходит, черт возьми? Выводите нас из туманности, уходите нас с сверхзвуковой. Это невозможно, у нас по курсу аэрокар. Так расстреляйте его. О, блин. Тебе надо держаться в пределах 30 градусов от носа. Это делает нас целью. Нет, это делает нас наживкой. А, нет. Так, ну мы не будем же сейчас управлять кораблями. Или... Проклятие, выпускайте шаттл и уберите эту дрянь с неба. О! Гонки на шаттлах. Подожди, у меня тоже такое есть. Шепард, он, в отличие от себя, кидается гранатами. Нет, боеприпас. Весело. Весело. Они где-нибудь есть у нас? У меня нет боеприпасов. Так, Шепард, побежали. Вот они. Да перезаряжай же. Где он? Где он? Где он? Сейчас, подожди, Рекс. Так,
У нас сейчас там что-то транзит, блин. Ой-ой. Ну, это было зря, ребята. А вот это не зря, может быть. Черт. Посмотри на себя. Что в тебе такого особенного? Черт побери. Почему ты, а не я? Держись! Мы держим тебя. У меня друзья есть. А у тебя? Очевидно, нет. Ну, спасибо. А что с этим пыжаком? Я не хочу его приканчивать. Давай руку. А потом? А потом ты будешь жить. Ради чего? Что-то это не похоже на Шепарда. Нет, это был не Шепард. Это был только его... жалкое подобие. К счастью, они тут недостаточно долго были. Хотя, наверное, мне понадобилась бы помощь Джеймса. Надо только перезагрузили систему охлаждения, стреляя по нам. Ради нашего спасения мистер Шаттлмен показал несколько фигур высшего пилотажа. Это круто летать на чем-то более маневренном, чем Кадьяк. А что с Сузи? Она включилась? Я снова полностью контролирую Нормандию. Рад это слышать. Что с наемниками? Выжившие есть? Только один обгадившийся пилот, и она. Альянс забирает ее на объект особого режима. Может, она и от Цербера? Чего? Я буду более рада сотрудничать с руководством. Ой, ладно, хорош мы тут. Майя, я узнаю этот тон. Да ладно. У тебя есть шанс искупить свою вину, не упусти его. Ага. Какие мы серьезные, признай, какой-то части тебе нравилось, что я вьюсь вокруг легенды? Абсолютно, ни разу. Нам частенько было весело, кто знает, может, когда-нибудь еще повеселимся, знаешь, ты будешь по мне скучать. Я не буду скучать, потому что ты будешь сидеть за решеткой. Боишься, что я сбегу и отомщу? Знаменитый капитан Шепард боится за свою жизнь? Я боюсь за твою. Как благородно. Тогда я хотела бы отправиться в камеру. Ой, она сбежит, 100%. Знаешь, он не оставил бы меня в живых. Не все в этой жизни можно клонировать. В старые времена я бы просто пристрелил ее. В старые добрые времена. Никто ничего не заметил? Остальная команда ждет снаружи, капитан. Мы в два счета приведем Нормандию в форму. Но. Ладно, все, что происходит в отпуске, там и остается. Да уж. Да ладно, можем мы выкроить немного времени без взрывов и прочего, только для нас. Не знаю, что там насчет без взрывов, но только для нас звучит заманчиво. Пицца, в конце концов. Да, это, конечно, было весело. О, я думала, что все. Нет, мы опять... Мы все-таки повеселимся. И чем займешься после нелегкого дня, посвященного сражениям со злобным клоном? Посплю. Пожалуйста, мы там вечеринку затеяли. Well,
Ладно, мне пора. Нужно еще разобраться кое с кем перед возвращением на Тучанку. Лучше все же это совместить и разобраться. Зовите меня, если захотите потусоваться или устроить вечеринку. Давай, до скорого. Вечеринка? Ну, никакого принуждения, никто не собирается тащить себя силком. Ну, так надо подготовиться. Одной пиццы действительно тут как-то было тухло. Ладно, хорошая идея. Давай устроим. Перевожу отдельные средства на ваш счет для приобретения всего необходимого для вечеринки, капитан. Да. Ладно, Сузи, Кортес и Тейнер готовы. Что? А также информировал доктора Тессони о возможных праздничных мероприятиях. Стой, я хочу изменить список гостей. Да, у этой штуки нет кнопки «Распределить». Ладно, ну тогда придет время, я приглашу остальных. Кортес пригласил Джеймса. Да? Ладно. Ладно, схожу туда и посмотрю, что можно еще сделать, пока мне ноги. Члены вашего экипажа проявили желание провести с вами время. Для всех вас оставлены личные сообщения на вашем терминале. Если вы ищете развлечения, в Silverstone Strip есть не только казино, но еще и галерея. А также там бесплатный доступ к боевому симулятору. Спасибо, Глифф. Думаю, мне действительно нужно немного развеяться. Ремонт Нормандии. Значит, у нас ремонт Нормандии. Фрегат Альянса Нормандия СР-2. И 15 тысяч кредита. Так, ну нам хватит на пиццу и чипсы, наверное, да? Ну, боюсь, что этим не отделаться. Так, а где там личный терминал был? И надо почитать, что куда, да? Это же здесь. Я слышала, как на Нормандии. Вы слышали? Там орала наша голова. Кто-то ее там. Елки, а что за каталог? А, это мы смотрели, да. Так, ну что, личный терминал. От ваших друзей с арены Арсенала Армакса. От команды арены Арсенала Армакса. Уважаемый капитан Шепард, в Арсенале Армакса мы все ваши горячие поклонники. Словами не описать, как мы ценим ваши усилия в борьбе со жнецами. В целях повышения информативности населения, поднятия боевого духа на цитадели, мы недавно добавили голографических бойцов Цербера в симулятор. Нам удалось добиться повышения интереса к проекту после добавления гетов, напавших на цитадель, поэтому мы надеемся, что добавление сил жнецов также повысит наш рейтинг. Мы понимаем, что сейчас вы занятой человек, но если когда-нибудь вы решите отойти от дел и захотите продемонстрировать зрителям, на что способен настоящий закаленный в боях ветеран, мы будем рады предоставить вам такую возможность. Мы выписали на ваше имя бесплатный пропуск участника. С благодарностью, ваши друзья из Арсенала Армакса. Еще симулятор. Ладно, твоя помощь. Явик. Капитан, мне поступило интересное предложение, которое я хочу обсудить с тобой. Встреться со мной рядом с казино в дальнем конце того, что эти примитивные формы называют Silverstone Strip. Учитывая, что оно сделано не из серебра и не находится рядом с солнцем. Глупые примитивы. Так, ясно. По стаканчику. От Гаруса. Шепард. Когда у тебя будет свободная минутка, я думаю, мы сможем протестировать местный бар. Давай встретимся в казино «Серебряный берег» на верхнем этаже. Надеюсь, на этот раз без дохлых торговцев оружием. Пообедаем. От Саманты Тейнер. А, капитан, если захочешь пообедать, я буду в игровой зоне цитадели. Надеюсь, там с тобой встретиться. Новую щетку? Хочу кое-что тебе показать от Джеймса Веги. Эй, в следующий раз, когда решишь убить немного времени на этой классной новой квартире, набери меня, хочу кое-что показать. Свободный вечер от Лиары Тессони Шепард. Думаю, это неплохо провести некоторое время не на Нормандии, но у меня совершенно никаких планов. Может, встретимся у тебя на квартире или вместе что-нибудь придумаем? Ну, конечно. Новая берлога.
Адмиранте Лоусон Шепард, была бы рада взглянуть на нее. Нет, ничего хуже маленькой капитанской каюты на Нормандии. Пригласи меня как-нибудь, я рядом. Все еще на ногах. От Грейс Сата. Кто такая? А, капитан Шепард, я хотела сказать, что нахожусь у вас в неоплатном долгу. Не только потому, что вы спасли мне жизнь, но и потому, что дали мне ощущение полезности. После всех испытаний, что выпали нам на Онтароме, я хочу теперь предложить другим не только свои технические умения. Грейс Сата, техник третьего разряда. О, ладно. Как-то это самое, секундочку. Это у нас появилось? Нет, не появилось. Команда решает устроить вечеринку, чтобы хорошо отметить отпуск. Соберите продукты для праздника и пригласите друзей. Окей. Так, ну что, а я один буду, что ли, таскать продукты? То есть... Подожди, а куда делся Джокер? Не, ну Джокер-то вряд ли будет таскать сумки с продуктами. Глиф. Капитан, чтобы начать вечеринку, нужно сначала приобрести все необходимое на стрип. Я понял. Необходимая сумма уже перемещена на ваш счет. Ну, пошли на стрип. Надеюсь, на сей раз без перестрелок или как? Хотя... Ситуация с Шепардом. Ни в чем нельзя быть уверенным. Купить продукты для вечеринки. Угу. Что у нас тут? Каталог. Давай сначала поговорим с клерком. Мы рады предложить вам все, что только может понадобиться в доме. Это и есть роскошный диван, удобный диван. Нет, давай купим роскошный диван. А что там по поводу постельного белья? Сначала давай-ка постельное белье. А почему простое? Подожди. Изящный туалетный столик. Ну вот этот красивее же, да? Давай купим. Янтарную стену не знаю. Вот художественный стеллаж красивый. Нет, этот мне не нравится столик. Не-не-не. Элегантная тахта. А какая у нас там была? Обычное мягкое кресло. Давай возьмем этот диван. Я не знаю, есть ли вообще там постельное белье, поэтому давай купим новое, в конце концов, даже если оно простое. Живая кухня. А у нас там мертвая. Приятная кухня. Ой, нет, это не приятная кухня, это страшная кухня. Давай живую возьмем. Янтарная, акцентная. Но это вместо полок, по-моему, или нет? Давай купим все. Нет, вот кофейный столик полное дерьмище, не хочу. Так, обычное мягкое кресло. Берем. Я не помню, какие там. Удобный диван. Приятную кухню нет. Угу. Давай мы купим все, а там будем смотреть по месту. Вот, что-то как-то вот прям не хочется мне этот столик покупать. Ну, я думаю, нам хватит на пиццу. Все мы купили. Азари. Полный ассортимент товаров высшего качества вы найдете в нашем каталоге. Ваш каталог. Пуст.
Так, окей. Так непривычно, что я один бегаю. Только что бегали с такой толпой. Пошли дальше. Или тут еще есть какие-то предметы? Так, это куда? Скоростной транспорт. И куда мы? Нормандия, док, бар, чистилище. Не-не-не. Подожди. Вот это красивая машина. Правда? Почему же? Это Blackout такого-то года. Разгоняется до 650. Давай большинство журналов признало его лучшей тачкой столетия. Да ладно. Я бы тоже не признала его лучшей тачкой столетия. Он страшен. Новый игрок. Нужен новый игрок. О, наперстники. Играете? Это так просто. Нужно носить дамку. И здесь прекрасная особа. Следите за дамкой. А ну-ка. Ну и где? А, проиграл. Вот жалость. Ну, думаю, тебе повезет. А, можно выбрать. А ну, подожди. Ну, это же развод, да? Не, не повезло. А ну-ка, давай. Теперь я точно буду следить. Выигрыш, выигрыш. А так повезло. О, у нас везунчик. Кто везунчик? Ну, вот это? Ну-ка, подожди, подожди. Ну, вот это вот. Вот. Играйте. Вот это вот крайнее. Плей, играй, играй. Вот это точно, вот 100%. Ну, мы все знаем. Попробуй счастье. Ты из везунчиков, ты выиграешь. Сранцы. Это классно было. Так. Невезуха. А у нас тут есть карта, чтобы посмотреть? Ого! Ого! Личная квартира. Вот мы вышли, то есть мы тут только обижали. Слушай, ну вот тут вроде как-то отдельно. Давай все-таки сюда спустимся. У меня глаза разбегаются. Куда идти? Пятый. Это арена Арсенала. Да? Ну-ка. Это вот сюда. Еще. Ну, давай зайдем на арену, посмотрим, что у нас тут. Продукты купим, купим, если не просадим деньги все. Армакс Арена. Только атлеты? Армакс, а ну-ка расскажи мне, что это. Привет, капитан Шепард, добро пожаловать на арену Арсенала. Армакс. Арсенал Армакс, управление туризма и увеселения цитадели предоставило вам бесплатный пропуск участника. Вы можете приступить, спустившись вниз и указав параметр состязания. Когда будете готовы, войдите в раздевалку. А, это типа прямо арены? Ну, смотри, букмекеры даже тут. Или это что, билеты? Так меня тут побьют. Не, ну давайте заглянем на арену. Мне просто интересно посмотреть, что это такое. А это что? Что это, магазин бронзовых жетонов? Что это? Ноль жетонов, посмотреть содержимое магазина. Зайд, Касуми, Самара. У меня нет жетонов. То есть, а это что, магазин серебряных жетонов?
То есть ты там выигрываешь какие-то жетоны и можешь кого-то себе взять. Ну, пошли. Настройки боевого симулятора. Войдите в почту, чтобы принять обновление доступа в боевой симулятор. Окей. Добро пожаловать... Добро пожаловать на Арена Армакс. А почему 3А? Армакс. Арена. А на что третье? Ну, неважно. Где опасность иллюзорна, но захватывающие ощущения реальны. Новички могут сразиться с бойцами Цербера и гетами на уровне пехота. Дополнительные локации противников и лицензии на союзников можно приобрести в магазине Армакс на основном уровне арены. В зависимости от вашего общего счета, за завершение любого матча полагается бронзовый, серебряный или золотой жетон. Эти жетоны вы сможете обменять на кредиты или разблокировать игровые возможности в магазине арена. Чтобы получить бонусные очки, завершайте матчи за короткое время, захватывайте бонусные цели, выполняйте серии убийств или используйте установки на усложнение игрового процесса. Вы также можете использовать установки на преимущество, но в этом случае ваш игровой счет будет снижен. Симулятор, выбор уровня. Ну давай. Ведомый. Бластероид. Мне не нравится бластероид. А что такое ведомый? Давай возьмем бластероид. Выбор противника. Гет. Цербер. Давай гета возьмем. Выбор состояния. Пехота. И случайный матч. Нет, давай пехота. Модификаторы очков. Тут особо модификаторы очков выбрали. И выбор союзника. Ага. Против гетов. Против гетов мне нужна Сузи. А, еще можно кого-то взять. Давай, Гарроса. Войдите через лифт в раздевалке. Интересно. Захватывающих сражениях на арене Армакс игроки используют только высококлассное вооружение и оказываются в условиях значительно приближенных к боевым. И хотя урон, наносимый оружием, воспроизводится посредством слабых электрических импульсов или ощутимых ударов внутренними полями эффекта массы, сама игра максимально достоверно воссоздает реальные схватки. Новички могут бросить вызов только бойцам Цербера и Гетам на уровне пехоты. Дополнительную локацию противников и лицензии на союзников можно приобрести, это мы уже читали. За завершение любого матча полагается награда, зависит... Ага. 6000 надо набрать, чтобы получить золотой жетон. Короче, мне лень все это читать. Так. Это и была раздевалка, подожди, а... Здесь что тогда? Ага, а здесь зрители смотрят, да? Вместо того, чтобы покупать продукты для вечеринки, мы... О, не знаю, попробуем. Это такая игра в игре. Сузи, сейчас мы распределим Сузи. Кстати, это хорошая штука, чтобы сейчас всех своих распределить им умения. Так. Взрывающиеся или усиливают щиты? Давай щиты.
Ну, у Гаруса все. Дамы и господа, это ночь боев на арене арсенала Армакс. Ох, елки с палками, я думала, там просто арена, а тут прям такое все. А что делать надо? 3, 2, 1. Раунд первый. Что это такое? Шепард. Финальный раунд. А, это, блин, это штука. Шепард. Это такое себе, в общем, я вам скажу. Кто не настрелялся, короче, жетон арены Армакс. То есть серебряный жетончик, и мы можем что-то разблокировать. А где, подожди, эта арена-то? Подожди, я запуталась. А почему меня выкинуло? Пошли, жетоны разблокируем. Игра была нечестная. О чем ты? Команда Варла Вонг должна была выиграть, все было подстроено. Ты так говоришь только потому, что проиграл. А ты говоришь, потому что выиграл. Варла Вонг, Ария. Ария, между прочим, на втором месте, а Барла выиграл. Да ладно, Джеймс Вега на четвертом. Шепард у нас где-то там. Ну ладно, это мы посмотрели и будет, как говорится. Все, я, может быть, за кадром тут погуляю. Окей, Шепард, давай теперь смотреть, где мы находимся. Карта. Магазины туда-сюда, короче, пошли по этой...
лестницы обратно и посмотрим, что у нас тут. Да, это нам... А там что-то происходит, когда мы там не бьемся? Нет, жалко. Ну, довольно интересно, я вам скажу, правда. И потренироваться, в общем-то, там можно. Теперь, когда понятно, как все происходит, на время. Нефиг там где-то отсиживаться. Чего? Новый игрок. Опять кто-то где-то там играет? Опять жулики? Это здесь, что ли? Или это там ворки все еще эти? Жулик, жулик, кричат. А, он разговаривает с кем-то по телефону, а я так думаю, беспокойный друг. Вдруг что-то говорит нам. Мы увидим еще Шепарда. На самом деле, сейчас занимаюсь постановкой Макбета с новым и талантливым Кроганом в главной роли. В нем заложена чистейшая брутальность, которая на сцене особенно подчеркивает жестокие поступки его героя. Видимо, чтобы начать... Я считаю, у меня чутье на таланты. А, ее попробовать на роль Азари... Азари? Ну да, ну да. А что здесь? Блин, куда мы опять ломимся, а? Шепард. Куда мы ломимся? 6 — это замок Аркада. Зайд и Тейнор там. Зайд и Тейнор? Это что-то интересное. Зайд-то что тут делает? Зайд был на цитадели, да. Здрасте. Добро пожаловать в замок Аркада. А что это такое? Это тоже какие-то игры? Мини. И не очень. А где Зайд? Ну-ка, давайте-ка поищем. Зайда тут нет. Получай. Правила игры. Защита ретранслятора. Руководство по игре. Цель — сесть во врагов, появляющихся на экране. Ваши корабли атакуют вражеские ряды, если вы доберетесь до... Так не хочется читать. Давай, Шепард. Блин, еще за кредиты это. Черт, надо продукты сначала купить. А как стрелять? А, я только сейчас поняла. О, нет, тут сенсорика мышиная ужасная. Не, значит, надо, это новый рекорд. Не, тут это надо на джойстике. Так, а это что? Правила игры. Осколки нулевого элемента. Руководство по игре. Бейте соперника, чтобы уменьшить показатель. Победить как можно больше соперников. Серия ударов. Понятно. Это типа... А ну-ка. Здесь тоже надо этим... А я кто? Я за кого играю? За красного или за синего? За синего я играю. А как мне приблизиться? Nice.
А как делать сильный удар? Вот как. А я не знаю, как мне делать сильный удар. О. И тут Вега, а Ария тут опять на первом месте. Шепард последний. А тут у нас... Да, тут мы даже не выиграли. А это тоже... То же самое, да? Ну да, там потому что соларианец играет. Tower of Hunt. Что это? Ханойские башни? Не, не, я не думаю. То есть... Что такое, Шепард? Это что-то не для детей, да? Окей, я тебе поверю. Подождать Стейнер? А где Зайд? Все для новичков. Выберите награду в нашем обновленном автомате наверху. Окей. Ну, осмотрим все, друзья, потому что я не знаю, может быть, я смогу сделать здесь сохранку. Не хочу я ждать Стейнер. Пошли посмотрим сначала здесь. Выходите первые, хорошо, ваш ход. Интересно, я смотрел записи ваших матчей, вы никогда не начинали игру с такого хода. Ну, а вы что задумали? Я задумала начать игру, а сейчас ваш ход. Верно, извините, я пойду этим... Нет, этим фрегатом. А, как интересно, да? А я могу тоже каким-то фрегатом походить? Это морской бой? А, здесь надо вдвоем, да? Понятно. А где Зайд? Это ловушка. Я видел, как вы использовали этот ход. Гениальный прием, ваш соперник всегда. А я, значит, перемещусь поближе к вашим спасательным челнокам. Вы закончили? Да. Хорошо, тогда я беру ваш дредноут. О. А вот и Зайд. Привет, Зайд. Ты что тут делаешь? Зайд шарики вытаскивает. Да ты мой засранец. А, черт. Зайд? Привет, Шепард. Эта гадская штука просто невыносима. А что ты делаешь? Тут один паренек, совсем мелкий, просадил все свои кредиты и расплакался. И ты решил ему помочь достать игрушку. Да, он попросил. Выглядело совсем несложным делом. Черт, побери. А где пацан? А я откуда знаю? Есть кредиты? Может, лучше, чем с другим заняться? А что может быть важнее, чем иметь с Зайдом Асани детской игрушки? Вижу, тебе очень нужна одна из этих штук. Да, черт побери, нужна. Ну, ладно. Кредиты. Конечно, но даже охотнику за головами нужно порой вспомнить о хороших манерах. Шепард, ты решил воспитать Зайда? Пожалуйста. Держи. Я думала, что мы за него вытащим. Осторожно, осторожно. Чую, как она специально настроена. Настроена? Я найду тупоголового изобретателя этой игры, запихну изобретение ему в зад. Наверняка какой-то соларианский прощелыга. Еще раз попробую. Дай кредиты. Ну вот так.
Держи, крошка. Хорошо, Заид. Ладно, что дальше? Откуда мне знать? И тебе что, нравится Аполлон, казино? Ну, давай поиграем. Ты играешь на свои кредиты. Я достаточно крут, чтобы самостоятельно платить за свои слабости. Слабости, правда? Я веду разнообразную жизнь. Я так и думал. Кредитов, блин. Плюшевая игрушка для квартиры. А еще... Я еще хочу, это как-то так просто довольно-таки оказалось. А, только кредиты дальше пойдут? Не. У нас есть, короче, плюшевая игрушка Волоса. Отлично. Так, подожди, а куда делся-то Зайд? Я не поняла. Еще раз поиграть, а что можно было? А, ну можно было ему нахамить. А зачем ему хамить? Ладно, давай подождем Тейнор, в конце концов. Интересный гамбит. Да, интересно. Или... А куда Масами делся? Масани. Масяня, он должен быть где-нибудь в баре, а здесь нету бара. Интересно. Ладно. Нельзя просто им врезать. А, там уже Тейнор сидит, как она быстренько. Морской бой. Она явно хакернула. Отличный эндшпиль. Гамбит такой-то там. Это космические шахматы. Кепиш Якши. Клинок ночного ветра. Азари играет в него с незапамятных времен. Кстати, мы собирались пообедать. Извини, я решила поучаствовать ради шутки. Думала, меня выкинут через несколько игр. Ну, не беспокойтесь. Вы можете присоединиться к своему другу ходов через 20 или даже быстрее. Суза. Рейна. Не хотите сразу отдать мне все свои фрегаты? Я их все равно возьму. Полгара Тесуза. Она меня из 4 турниров уже вышибла. Давай, давай, ты стала сильнее, а потом ты помогла нам получать информацию. Ты прав, верно, тогда я попала на Нормандию. Нормандия, кстати, фрегат, постарайся его не потерять. Поняла вас. Та-дам. Упс. Черт, проклятие. Конец вашему фрегату. Обратная связь не дает безразличной жертвовать фигурами. Еще несколько веков, Тейнеры, вы стали бы опасны. Жаль, что на боевом корабле у вас совсем нет времени, чтобы тренироваться. Мой народ уважает мыслителей. Мы живем в отличных условиях, обучая дев тактике и стратегии при помощи этой игры.
Тейнор, давай, давай, Тейнор, помогает нам. Ваша работа — играть в игры, помогая студентам осваивать стратегические и тактические тонкости, да. Специалист Тейнор помогает нам прижать Цербера. Благодаря ей мы готовы нанести ответный удар. Конечно, она отличный сотрудник, но она только что потеряла последний фрегат. Вообще-то, обменяла свой последний фрегат на вашу родную планету. Бах. Да ладно, что у вас за игры такие опасные? Спасибо, капитан. Еще раз извиняюсь за сорвавшийся обед. Он сорвался не зря. Не зря, Тейнор, продолжай. Это было интересно. Это было забавно. Так, а что у нас здесь за дверьми? А. Да, спасибо. Забавно, забавно. Ну, мы, я думала, что мы вдвоем будем играть, но это, наверное, слишком сложная игра, чтобы научиться ей вот так вот с кондачка. Так, ну что ж. А что где можно? Он сказал, что можно обменять какие-то. Что-то где-то обменять. Игры. Ладно, в конце концов, надо купить продукты для вечеринки. Теперь я чего? Да, было интересно. А где вы научились так играть? В основном смотрел, как играют другие. Ваши партии были особенно интересными. О, спасибо. Да, давайте, давайте. Выходите первым. Следующая игра. Пошли, Шепард. Всего хорошего, да. Мы попали тут же сразу на второй этаж. А как нам туда-то попасть? Тут там байки травят. Помню времена, когда мы думали, что самое страшное — бойцы жнецов. Хорошее было времечко. А что у нас тут? Silver Ghost. Серебряный дух. Это тут Явик. Казино. Казино, друзья. И тут мы с вами явно надолго. Я не знаю, когда купит Шепард продукты для вечеринки, но посмотрите, какие тут шары. В каком-то патриархе рассказывали. А, подожди, мы же здесь были. Мы были здесь с Лиарой, точно в этом казино. Во-во-во-во, шары-то я и узнала. Только теперь мы зашли как-то с черного хода. Ага. Ну, наконец-то теперь мы сможем здесь, наверное, не знаю, расслабиться, а может быть и не расслабиться. Где мы находимся, карта? Угу. Вот. Ну, давайте-ка здесь мы с вами уже побродим в следующей серии. По-моему, у нас кто тут? Ой, подожди, Рекс, это ты? Неплохая игра у тебя складывается. А, спасибо, чувак. А в чем трюк? У тебя уже 2500 кредитов. Должна быть какая-то хитрость. Никаких хитростей, просто повезло. Да ладно, никому так не везет. Колись. Говорю же, чистая случайность. Ну вот, казино к казино. Здесь в казино, по-моему, Гарус или кто-то нас тут должен был встретить. Silver Sand Strip. Нет, никого нету, просто поэтому мы, в принципе, здесь задержимся недолго. Но, опять же, уже в следующей серии, друзья. Ну, а всем, кто посмотрел эту, огромнейшее спасибо, всего вам хорошего и пока-пока-пока.